Приветствую всех на канале Рыжий Кот. Меня зовут Татьяна. В этом видео доделаем вот такого ловца снов. В прошлом мы переплели паутинку, сделали ее лучше и аккуратнее. В этом видео соберем все части вместе, прикрепим перья, соединим кольца. Чтобы пришить все ровно, нужно сделать отметки, найти серединки. Делаем сразу петельку. Thank you.
Перышки переделаю на цепочки, то есть они были на ниточке с бисеринками. Теперь переделаю на цепочку. Так удобнее крепить. Интереснее будет смотреться. Для того, чтобы закрепить перья кольцом, я делаю колечки. Убираю серединку, вставляю иглу, беру кольцо, такое маленькое, разъединяю его. Будем вставлять. Понравилось видео? Подписывайся, будет еще много интересного. Появились вопросы? Пиши в комментарии, обязательно отвечу. Смотреть мои работы можно в сообществе ВКонтакте, в Инстаграм, ссылки в описании к этому видео или в шапке профиля.